Привет всем! Итак, мы приехали в город на один праздник, и вот у нас мы приехали в центр, и вот тот купол, где мы были наверху, ну не на самом верху, а почти. Дождемся 12 лет, когда Никите будет, и пойдем. Так, мы приехали на праздник. Что за праздник? Я вам не могу сказать. Этот праздник, он ни к чему, он никакой праздник, он идет раз. Два дня в месяц, короче, каждый месяц идет вот такие праздники, ярмарки. Тут, короче, и вещи продают, и игрушки, и всякие сувениры, и обжираловка тут, чего-то только нет. Вот, идет и налево туда, машины сегодня здесь не ходят, все перекрыто, и направо туда. Hello, Рандиамадрита? Окей. Шарики, вон, кстати, там Маша. Маша и медведь. Ну, если Маша есть, значит и медведь должен быть где-то. Коровы там, милки, шарики. Видите, разлетает. У нас вчера, кстати, погода была такая. Никита язык показывает. У нас вчера погода была вообще осенняя. Было так прохладно. А вы слышали, что в Тоскане творилось, там во Флоренции, там северный потоп, короче, там такой. Рино, андиамо ква? Рино. Так, мы пойдем по рядам, чтобы было видно и направо, и налево всякие нижние это, ночмушки, сорочки. Меня это не интересует. Ну вот цены по 5 евро, пижама, ночнушки по 6 евро, все недорого. Слева сыры всякие, там, короче, разные, откуда собачка. Так, а мы идем. И солями все это, солями, прошуты, вещи. Вон, смотрите, здесь тоже все продукты, товары итальянское происхождение. Суки такие. Так. Сковородки, обуви. Идем гуляем. Подушки. Я смотрела, издалека не могла врубиться, как эта птичка летает. Потом видела, что она на проволоке там. Музыка тут такая, как от турецкой игрушки. Мои мужики убежали вперед. Так, это вот этот дядечка, который вечно охраняет мой Феррари, который я здесь оставляю. Вот они, сладости, сладости. Вот эти чем были вкуснейшие. Фрители. И здесь всякие печеньки, пряники, но не тульские пряники. Это все итальянские сладости. Это фрукты такие, какие-то сладкие. Как они сделаны. Даже не знаю. Сицилийская кассата. А, вот это вот. Канола сицилийская. Вот я потом ее. Ну, вкуснятина, я ее возьму покушаю. Так. Оранчини тибиси. Это не сладкие, это такие закусочки. Такие как пирожочки с прошутто и моцареллой. И хлеб. Хлеб с оливками внутри. Это все сицилийское. Так, я иду искать своих мужиков. Люди нарядные. А куда они пошли, интересно? Люди в кафе-баре сидят. А где мои мужики? А я их потеряла. Ладно, буду здесь стоять, ждать. Это магазин нижнего белья. Очень хорошее здесь. Нижнее белье продают. Сейчас, наверное, еще закрыто. А, вон Никита. Hello, родовый съедьте. Так, это мы... Короче, так, мы вышли, не знаю, о чем мне мой муж там говорит. Вышли на центральную площадь. Здесь тоже вон всякие ряды. Чего-то только нет. Сковородки нам не нужны. Вещи. Тоже лето проходит. Хотя дешевые, вон сарафанчики красивенькие, дешевые. Кролики.
Смотри, аква живяка. Водичку пьет из этого. Идет вода, спускается вниз, и он болтает. А там ребятки спят, братья-кролики. Эти попугайчики, которые у нас, Макс, это в зоомагазине стоят 15 евро, а здесь 113 евро всего. Вот эти классные по 40 евро. Большие, побольше они. Ага, тут картины. Там у нас, кстати, парк начинается центральный, вот там фонтанчик виднеется. В начале парка и картины. Зеркало, сейчас себя увижу. Зеркало, зеркало. А вон она я. Часон. Картины. Мои мужики, как всегда, убегают от меня. Платочки, платочки. Сарафанчики. Искусственные животные маленькие. Игрушки для детей. Игры. Рогатки. Рогатки, как у нас. Нормально. Опять обжирала в каюке палки. Сыры, солями и все такое. А здесь навески можно попробовать, но лучше не надо. Мухи тут уже, наверное, столько понакакали на этих нарезках, не знаю, кто там будет пробовать. Ну, Никита, так покажи. Никите взяли граниту, кока-кола. Черная-причерная. Да? Ну как, Бона? Вкусно? Фредда. Как? Фредда. Фредда. Холодная, я говорю, вкусная. Она говорит, холодная, он говорит, холодная. А, здесь обжираловки. И поросенок жареный лежит. Жареный-прижаренный. Ой, наконец-то мы в тень пойдем, по тени пойдем. Погуляем. Какие тут запахи. Я, кстати, купила себе один сарафанчик. Покажу себе. Купила один себе сарафанчик короткий с карманами за 8 евро. Обновка. Идем еще, может, что-то присмотрю. И, кстати, купальники можно дешевые купить. Везде купальники продают. Цены дешевые. Ананас резко. Так, мы нашли. Вот это сейчас Никита возьмет Чебелла себе такой шоколадный крем, а я возьму себе каноры какой-то лагерный. И покушаю. С фольеттелем. Вот с гигантом. Такая штучка. Бонжорно? Una ciambella al cioccolato. Mangi adesso? Sì. Lo dai a lui. Так, вот она вкуснятина сицилийская. Я взяла, короче, с черешней, с вишенкой. По-моему, это вишня черешня, да. Никита уже лопает. Ну как, Бона? Ищи. А и брезо сенсоненты? Си, а мне пьяче возле. А, видела голову оленя, кабан с рогами, с клыками, то есть. Еще один олень. Какие тут запахи солярные, вы бы знали. Украшения. Я все жую свой канолу. Вкуснятина прямо вам не передать. Но кто знает, что это такое, кто пробовал, конечно, знает.